Пенсии станут больше. Индексация коснется как страховых, так и социальных выплат. С 1 апреля на 1,5% повышаются социальные пенсии. Основные их получатели – дети-инвалиды и инвалиды с детства. В нашем городе получатели таких пенсий 2921 человек. И уже свое повышение они получат в апреле месяце, начиная с 3 апреля. То есть кто когда получает пенсию. Значит, средняя прибавка пенсии где-то около 200 рублей. Таким образом, средняя пенсия дорастет почти до 15 тысяч рублей. Повысятся выплаты и у 38 тысяч неработающих пенсионеров. В последний раз выплаты по старости поднимали 1 февраля на 5,4%. Нынешний рост страховых пенсий объясняется увеличением коэффициента на 30 копеек. В среднем выплаты повысятся незначительно, всего на 30 рублей. Таким образом, средняя пенсия по старости в Северодвинске составит 16 744 рубля.